Всем привет, Ютубу привет. Вот заехала моя любимая машинка ZAZ Шанс. Делали мы на ней капот уже, теперь будем делать крышу на ней. На капоте там парочка косочек осталось. Сейчас вот она выкупанная. Крыша уже с нее вот снята. Тут есть шумочка, но мы попробуем через шумку. Одну шумку сняли. Вторую решили оставить. Ну, если где-то не будет возможности там подлезть или что-то, будем думать, как дальше быть. Ну, пока начнем делать так. Вот. Я сейчас стараюсь учиться, тренироваться, работать клеем. Поэтому, как бы, в свете происходящего буду делать и крючками, а там, где не получится залезть, буду работать клеем. Ну, посмотрим. Сейчас будем купаться. Вытираться, чтобы машинка была чистенькая. Вот она, наша крыша. Вот, ну, сейчас чуть под увеличением сниму. Все как всегда. Вот лампу по 10 раз не будем переставлять. Все видно хорошо. Вот они, наши вмятинки. Вот такие красивые. Все хорошо видно. Здесь по стоечкам тоже есть над чем поработать. Вот они, в отраженке видны. Не так-то много, но и немало. В общем, есть над чем поработать. Еще раз повторюсь. Моя любимая машинка. Очень приятный здесь металл. Работать просто одно удовольствие. Если бы все такие машины были, было бы хорошо. Ну, это, как говорится, хорошо там, где нас нету, да? Будем делать то, что приезжает. Вот. Считать мы их тоже не будем, все равно их делать надо все. Вот. Поэтому приступаем. Вот она, наша вмятина, с которой мы начнем. Работать тут можно только клеем, поэтому будем клеиться. Первый грибочек. Сейчас посмотрим, как она себя поведет, все это. Вот оно, наше это место. Сейчас я его сниму поподробнее. Здесь вот плавная шишечка у нас. Так, настраивайся. Не хочет. Вот теперь ее надо доделать. Вот оно, наше место. Уже получше стало. Вот она. В принципе. На улице уже это найти будет трудненько. Очередная вмятинка у нас. Получился шишмарик. Еще немножко, еще чуть-чуть. И глядишь, все будет нормально. Вот такой шишмарик получился.
Ну вот, в принципе, и все. Рядом еще есть вмятинки. Сейчас вот эти вот чуть поднять надо. Вот она еще, тычок острый. В общем, есть чем заниматься. Вот она у нас есть вмятинка. На крыше уже непосредственно. Дело в том, что она под усилителем. Там неудобно долазить. Попробуем ее сделать клеем. Вот такая вот вмятина. Потихонечку уменьшается, но еще она как бы в глубину пару миллиметров есть. Вот так вот поставил я клей на такой грибочек, первый попавшийся под руку. Сейчас посмотрим, что получится. Чуть я перестарался, грибок тянет как зверь. Будем забивать. А с другой стороны, что с ней возиться? Выдернул да забил. Вот оно, это место. Еще тут шишка большая. Ну вот она видна. Надо еще ее подзабить. Вот оно, это место. Вот оно. Вот. Так, наводись. Вот так получилось. Очередная ямка. Ну вот что мы видим. Все красиво, все чистенько. Можно продолжать дальше.